Всем привет, дорогие зрители моего канала, я рад вас приветствовать. И по традиции меня зовут Андрей, работаю в городе Санкт-Петербург по тарифам доставка и курьер. Работаю на прекрасном автомобиле Ford Focus 3. Вот. Многим покажется, что это очень дорогой автомобиль для доставки, но у кого что есть, тот на том и работает, грубо говоря. Я вот так лично считаю. Вот. Сегодня у нас очень дождливая погода, но я надеюсь, это компенсируется хорошими доставками, хорошими ценами, точнее, за доставки, потому что уйдут пешие, вело, мото, останутся только авто, курьеры, и, соответственно, коэффициенты должны быть очень шикарными. Я на это очень рассчитываю, поэтому вышел даже после ночной смены. Не знаю, сколько сегодня отработаю, посмотрим. Мне сегодня опять в ночь на работу, кстати. Давно не работал в перерыве между ночными. Вот. В общем, посмотрим, как пойдет на самом деле. Я уже выхожу на линию и ожидаю первый заказ. Вам, как всегда, желаю приятного просмотра. И мы начинаем. Поехали. Также в последнем ролике, как вы могли понять, комиссии Яндекс не снимает в заказе. Он уже заранее снимает комиссию. И многие даже говорят, что не 22%, как до этого, а целых 30%. Вот этот я момент не сказал, потому что сам не знал. Я работал в первый день, когда комиссию вообще ни с какого заказа не списали. Поэтому на меня накинулись в комментариях и сказали, что я обманываю, что комиссии не списывают, там туда-сюда. В общем, знайте, если что, что комиссия уже заранее списана. Вот, поэтому ценники могут отличаться. Ну что, ребят, классика жанра. Кэфы есть, а заказов нету. Ладно, попробуем подвигаться хотя бы немного. Возможно, тут поможет, а то что-то полчаса ожидания на месте не привели ни к чему хорошему. Поэтому я, как всегда, ближе к Новочеркасской куда-нибудь туда попробуем подвигаться. Возможно, он меня не видит на карте. Всяко может быть. Тем временем я уже доехал до своей стартовой точки, как обычно, но заказов по-прежнему нету. Время 1:00 дня. Вышел я в 12:00. Вот такая работа в дождь. Ну неужели спустя час? Офигеть. Краснопутиловская. Так. Первый контакт есть. 3 километра. Бизнес-центр. Странно, дверей нету. А третий этаж, офис 20, все дела. Очень интересно. Ну ладно, поедем. В общем, мне повезло. Девушка вот ушла. Перенесла к шлагбауму. Короче, никуда подниматься не надо было. Очень повезло на самом деле. В общем, по заказу мне ехать 18 километров 44 минуты. Маршрут такой нормальный на самом деле. Ну ладно, поедем. Ну что, ребят, приехали по заказу, ехал часик, вот такая сумма. Как вы помните, комиссия не снимается. Поэтому выходим сразу на линию и продолжаем искать заказ. Мы на Краснопутиловской, в принципе, место довольно-таки неплохое на самом деле. Ребят, не забывайте также, что у меня сейчас проходит акция по поводу Яндекс.Еды. У меня есть партнерская программа, по которой я готов с вами делиться. Нужно зарегистрироваться по ссылке в описании, сделать всего 5 заказов. Либо ты новый курьер, либо ты не работал 2 месяца. Проходишь регистрацию, выполняешь 5 заказов и получаешь от меня сумму, которую вы видите на экране. Ее нужно делить пополам. 50% вам, 50% мне. Все довольны. Мне кажется, это отличная возможность заработать нормально денежек. Пользуйтесь моментом, пока это есть, потому что скоро это могут закрыть, набрать необходимое количество курьеров в Яндекс.Еду, и этой темы больше не будет. Поэтому успевайте зарегистрироваться и поднять кэш. Проехав пару метров, выцепил вот такой заказ по курьеру. Это, походу, аптека Озерки. В принципе, коротыш, неплохо. Поедем, заберем. Заказ, оказывается, из 2 аптек забирать. Смотрите, Озерки и Столетов. Вообще, короче, первый раз такое вижу. Но это частник, походу, заказал. Аптека Озерки в одной стороне дома, Столетов в другой. Нормально, в принципе, сейчас быстро заберем. Знаю, что ехать вообще недалеко, в пределах 10 минут максимум.
Ну все, забрали заказ из аптеки. 10 минут 3,5 километра. Огонь, да? Закрыли заказик. Цена получилась вот такая. Это просто топ заказ на самом деле. Очень хороший. Мне понравился. Затратил на него. Подавался 8 минут. Забирал заказ минут 5. И ехать по заказу было минут 5. Хоть 10 показывал, но я там нашел побыстрее путь. Поэтому все нормально. Новый заказ долго не заставил себя ждать. Принимаем, на революции поедем. Это, в принципе, неплохо. С дверями все четко. Очень круто, конечно. Поехали за заказом. Когда есть лифт в пятиэтажке, это, конечно, очень круто. Сходил, забрал заказ. Это оказались документы. По заказу поедем вот столько. Ну что, держим путь. В принципе, одумался таксометр, да, что-то вначале час не давал, а потом как начал накидывать, и все, почти без простоев, заказ, и нормально вообще, да, работать можно, в принципе, хотя много кто предпочел логистику и катает зеленые заказы, не знаю, если у меня есть возможность катать хорошие, почему нет, я выберу, конечно, плюс в автоприеме же я еще, поэтому, ну его нафиг, эту логистику, пока туда не хочу, меня пока здесь все устраивает. Я думаю, на моем месте здравые люди сделали бы так же. Ну что, ребята, отдали посылку. Закрываем заказ и получаем вот такую сумму. Нормально, да, получается? Мне тоже кажется, что неплохо. Так, сколько мы работаем? В 12 вышли, час простой. Получается 2 часа, 2500. Нормально так, да? Ладно, проверку просит пойти. Не верит, что реальный человек может столько вывозить в доставке. Сейчас фоточку отправим и продолжим работать. В общем, решил сделать небольшой перерыв. Зашел, купил кофе, сэндвич. Сейчас перекусим. Заказы у нас приходят, сами знаете как. Поэтому перекусим и будем ждать новый. Ну что, друзья, нашел новый заказ. Жукова. Девушка вынесла мне вот такие тортики. Здесь два, здесь такие пингвины у нас есть. Короче, займет где-то часик, наверное. Два адреса, экспресс, две точки. Скрин не успел сделать, 688 кэп был. Вот сколько до первой ехать. Вот. Так что, поехали развозить доставки. Так, ребята, пингвинов я высадил. Теперь едем на последнюю точку. Вот столько ехать. 18 минут, 5,8 километра. Поехали. Вы только посмотрите, какой тут вид. Это, по-моему, один из мажорских ЖК, который тут. Это вот одна парадная, чтобы вы понимали, целый дом. И вот это один дом. Пионерская 50 называется. Короче, очень большой дом, много подъездов. Уже сюда, в принципе, доставлял. Но вид тут, конечно, просто сочный, да? Ну и заказ не менее сочный на самом деле. Часик потратил я вот за такую сумму. Вообще пушка. Итого у нас уже 4 рубля за 4,5 часа. Сколько потратили? Ровно час. Я вас не обманул. Думаю, сейчас буду выставляться домой. Потому что, как я еще говорил в начале, у меня есть ночная смена сегодня. Думал, по лайту покатаю, но так вот получилось, поэтому сейчас выставляю кнопку по делам. Если что-то поймаю, вам покажу и будем подводить итоги. Да, далековато я забрался, конечно, на Крестовский. Час ехать 20 километров показывает. Сегодня мы, считайте, работали по двум тарифам. Это неплохо. Ну, курьера было мало, конечно, но он был. Тем не менее, и неплохой довольно-таки был. Часик рисует ехать, но я надеюсь, что что-то еще придет. Просто надо еще пораньше, чтобы все пробки города не застать, так сказать.
Яндекс решил не оставлять меня без заказа домой и дал цветы. Ну, я думаю, видно, да, что этот вход в цветочный магазин вообще шикарно выглядит. Такой здесь красивый цветочный магазин. Заказ приходил вот с таким кэфом. Сейчас выйдем, покажу, сколько ехать. Это моя доставка. Ну, а по заказу нам ехать полчаса, 7 километров. Переберемся через Неву. И, возможно, там еще что-то придет. Чем черт не шутит? Сегодня доставок много. Приехал опять в такой красивый цветочный магазин, называется «Секрет». И главный секрет, сколько стоила наша доставка, да? Сейчас покажу. Закрываем вместе с вами, получаем сумму 743 рубля за полчасика. Вообще сегодня заказы просто шикарные. Кэф, смотрите, какой горит. Домой ехать час показывает, офигеть. Да, сейчас пробочки нормальные, наверное, соберу я. Друзья, если вы в поиске надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Сам лично работаю через этот парк. Ребята очень серьезно подходят к своему делу и постоянно стремятся улучшить свой сервис. Они подключают не только доставку, но и водителей такси. У них есть возможность покупки смен при нулевом балансе, 4 вида моменталок, миссия всего 50 рублей в сутки, круглосуточная техподдержка. Поэтому ссылки я оставлю в описании. Если тебе интересно, подключайся и работай с правильным и надежным парком. Также у них сейчас есть акции по поводу термокоробов. Черный термокороб для Москвы и Московской области будет стоить 1600 рублей, доставка бесплатна. Если Санкт-Петербург, 1200. Любой другой город России, 1000 рублей, бесплатная доставка от Эксперт Парка. Поэтому, если тебе актуально, пиши им и получишь новенький клевый термокороб. Всем удачи и хороших доставок. Ну что, дорогие друзья, кэф ушел, пробки увеличиваются. Я принял решение уйти с линии, хотя я в центре. На московском вокзале принял решение уйти с линии и прямой наводкой ехать домой собираться в ночную работу. Давайте подводить, что у меня сегодня получилось, итоги. Вышел я в 12, но первый заказ поймал в час. Сейчас время 5:30. Это значит, что чистого рабочего времени у меня было 4.5 часа. Из них я уже где-то минут 15-20 еду с последнего заказа, мне ничего не упало. Смотрю, кэф обрушился, все. Больше выключил, короче, вообще все режимы домой. То есть 4.5 часа, грубо говоря, на линии. По пробегу у меня 95. Плюс домой где-то десятку накинем точно. То есть будет где-то 105. Ну, то есть для ровного счета 500 рублей. Я думаю, не больше на топливо у меня сегодня ушло. А вот по кассе 4800. Вот такой результат мощный у меня получился. Я думаю, что никакая Яндекс.Еда, логистика не сравнится с такими результатами за такой короткий промежуток времени. Реально сегодня я ограбил Яндекс 100%. Такой будет и заголовок, я думаю. Вот, то есть даже если заработок в час посчитать, нам будет очень хорошая сумма. Если честно, мне лень заходить. Вот, поэтому обязательно палец вверх за ролик, за показ таких сказок вам на ночь, так сказать, или на день. Кому как. Вот. Подписаться, если еще не подписан, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Я себе забронировал, кстати, еще слот плановый на субботу в Яндекс.Еде на 11 часов. Поэтому ты не пропустишь мои мучения. Или там тоже будет все хорошо, посмотрим. Вот. Все, друзья, увидимся в новых роликах. Давайте без ля-ля. Увидимся в следующей серии, так сказать. Всем пока, счастливо, хороших доставок и заработков. Всем удачи!